Я пересмотрел то, что я записал. Там картинка немного подлагивала, и камера отставала от звука. Это все из-за того, что мой комп уже не тянет такую хорошую графику. Но я не буду перезаписывать то, что я записал. Так и оставим. В принципе, весь геймплей там видно. Ничего страшного, что камера немного отстает и лагает. Я песню не приготовил. Сегодня мы начинаем новую игру. В ней вроде нету песен. Нету, почему-то я говорю. В ней нет песен. Но я попробую подобрать что-нибудь в следующий раз или через раз на пианино, посмотреть, что я смогу сыграть, подходящее под это. И еще надо будет попробовать подключить пианино к компьютеру, чтобы записывать с него звук тоже. Посмотреть, как это будет работать. Поучиться. Перед тем, как начать этот стрим, я бы хотел поговорить на тему того, как начинать проекты. Любой проект. Какое-то новое дело, которое ты до этого еще не делал, будь то бизнес, будь то что-то еще. Будь то какое-то дело вроде стриминга, или освоение новой профессии, или ну что-то в этом роде. Условно можно это все объединить в одно слово «проект». Как начинать любой проект? Я пришел к такому мнению, что проект надо начинать максимально с нуля, на коленке, подручными средствами, с минимальными вложениями, то есть практически ничего в это дело специально не вкладывать. После того, как с этими минимальными вложениями дело начато, если оно пошло, если оно начало приносить какой-то доход, если оно видно, что есть толчок, видно, что дело идет и ну, этот проект нужен кому-то, для кого он сделан, то в тот момент уже можно начинать какие-то средства вкладывать в улучшение. Но начинать нужно изначально без вложений практически совсем. Как обычно, для наглядности привожу свой пример. Вот этот стриминг и запись вот этих летсплеев – это проект. Я начал максимально, я вложил маленькую сумму, ту, которую я готов на это потратить, что я могу эту сумму потратить в никуда. Ну, просто то, что я ее потрачу, но при этом не заработаю ничего. Вот я купил вот этот микрофон и вот этот экран сзади, который. Все остальное у меня уже было. А, и лампу докупил я еще, лампу. Одну вот эту светящуюся. Все остальное у меня уже было. Вот это была та сумма, которую я был готов потратить, и я ее потратил. Я не собираюсь насильно этот проект куда-то дальше пихать. Не хочу покупать никакие раскрутки каналов, никакую рекламу, ничего. Хочу только максимально за счет внутреннего трафика социальных сетей, куда я выкладываю свое творчество, за счет этого посмотреть, будет ли этот проект иметь хоть какой-то спрос. Потом, если этот проект иметь спрос будет, тогда я уже смогу вложиться и в рекламу, и купить все оборудование получше, и так далее. Что ты еще хотел сказать? Сразу же, как только у меня тут недавно на Рутубе залетел видосик. Обычно у меня на Рутубе 2 просмотра, дефис 20 просмотров, вот так вот максимум на видеороликах. Тут вдруг раз, и за полдня видеоролик набрал 260 просмотров. Ну, как-то там его, видимо, платформа порекомендовала. И тут же мне начали всякие вот эти накрутчики, блядь, не ДСММщики писать, типа, давайте мы вам тут подписчиков накрутим, мы вам тут просмотры накрутим, лайки поставим, только денежку заплатите. Я сразу же их всех шлю очень мягко. Ну, я их не шлю прямо буквальными словами нахуй, но я говорю, мне такое неинтересно. Образно посылая нахуй, потому что какой смысл вообще вот этого всего? Какой смысл накручивать показатели на проект?
эти показатели, они служат индикатором успешности проекта. Если ты их накрутил, то уже нельзя по этим показателям судить, насколько проект успешен, потому что показатели накручены. Мне вообще вот это непонятно. Я здесь что делаю? Я все-таки занимаюсь своим, в свое удовольствие каким-то делом, которое мне нравится. Или я лайки, блядь, получаю и собираю лайки и просмотры. Мне вот это как-то непонятно. И вот эти читерские способы какие-то, кто на них ведется, мне вот это мало понятно. Если кто-то знает, кто ведется на подобную шнягу, мне в комментариях напишите, потому что для меня вообще загадка, как можно покупать подобного рода услуги. И следующее, что я буду делать, следующий шаг. Вот у меня сейчас есть материалы какие-то, которые я записал по мафии 1, 2, 3. Эти материалы, ну, это, можно сказать, был старт. На первой мафии я учился, на второй мафии я уже подразошелся, на третьей мафии я уже, ну, дошел до того уровня, до которого я и не ожидал, что я дойду, в плане подачи, в плане того, как я говорю и так далее. И вот теперь у меня есть материалы, которые дальше можно использовать для внутреннего трафика в социальных сетях. Я хочу из них сделать шортсы, какие-то с хорошими моментами, которые на записи были. И сделать шортс. Шортс — это в смысле короткие видосы, вертикальные. Чтобы за счет этих шортсов тоже кто-то обо мне начал узнавать через внутренний трафик. Там ТикТока, Ютуба, ВКонтакте и так далее. Ни копейки пока в рекламу я не вложу. Я не только говорю о раскрутке, а именно даже о рекламе. Там на каком-то популярном канале прорекламироваться, я этим заниматься не буду. Если проект пойдет, тогда посмотрим. Если нет, ну там через год я пойму, что это никуда не идет вообще, и это никому не нужно. Ну и хер с ним, займусь чем-то другим. Ничего страшного. Зачем пытаться, если когда семечко посадил, не нужно пытаться его руками вытягивать, чтобы оно быстрее проросло. Оно само прорастет, либо условия сложатся так, что оно не прорастет. От того, что его руками потянуть, оно не вырастет. Вот так вот я подхожу к любому проекту, который я в жизни начинаю, включая этот. У нас очень замечательная игра, которую я очень давно хотел, ну не очень давно, а уже давно хотел пройти, но руки не доходили, и вот так вот в одиночку сидеть ее проходить я бы не стал. А то, что я могу поделиться ей своим прохождением с кем-нибудь, вот это да, это меня мотивирует в нее поиграть. Это игра Elden Ring. Я до этого ни разу не играл вообще в Souls игры. Вообще ни разу не играл. Dark Souls, ну, Souls подобные вот эти игры. И Elden Ring вроде как по сравнению с этими всеми Dark Souls'ами, она более казуальная, и с нее начинать очень хорошо. И я вхожу в максимальный режим, в режим удовольствия. Вот сейчас я заварил себе 0,5 литра своего любимого кофе. Мы будем в процессе записи его попивать. Максимальный режим кайфа врубили. Я тут поговорил со знающими людьми, кто в Souls игры играл. Артём, привет. И мне сказали, как лучше проходить эту игру, чтобы получить больше от нее кайфа. Во-первых, на сюжет там можно не отвлекаться, потому что сюжет там спрятан во всяких записках, и чтобы понять его и что-то там вот в этом лоре раскопать, то нужно прямо покопаться, посидеть, на это время уделить. То есть там не так все на поверхности лежит, как, например, в «Мафии», где вся игра — это сюжет. Здесь нет, здесь больше упор сделан на геймплей и на боевку. То есть на сюжет не отвлекаемся сразу. Все катсцены я даже буду пропускать. Просто сразу же летим, обучаемся, играем. Дальше. Мне сказали, что нужно играть за ближний бой, за милишника. Потому что вся игра подстроена, весь интерес именно под милишника. А все остальные маги и какой-нибудь там дальний бой, это за них тоже можно играть, но игра подстроена под интерес именно за милика. Там всякие механики с этим связаны, поэтому будем играть за ближний бой. Ну вот и все. Ни разу до этого я не играл в эту игру. Сейчас будем все вместе с управлением и так далее, все
изучать, как это все устроено. Мне дико мега интересно. Хочется погрузиться в этот мир, посмотреть, как там все устроено. Будет сложно. Буду, может быть, буду бомбить, но я постараюсь не бомбить. Не очень люблю бомбить, в принципе. Вот. И в режиме удовольствия полетели. Полетели. Поехали. Ой. А у меня будет так это вылетать? Так, новая игра. Так, у нас из воинов получается кто? Бродяга с щитом и мечом. Просто с щитом воин. Герой тоже с каким-то топором и мечом. У нас есть астролог, это, я так понимаю, маг. Бандит, не знаю кто, наверное, скрытность, типа скрытный бой с кинжальчиками. Пророк, наверное, тоже какой-нибудь маг. Или пророк это маг. Самурай, вот может за самурая поиграем? А, это с луком. Не знаю, с луком надо, не надо. Заключенный, это какая-то хуйня, видимо, фановая. Духовник. Мерзавец, просто голый. Ладно, давайте начнем все-таки с, наверное, с бродяги. Ну, погнали с бродяги. А телосложение, типа А или А. А или Б, это что значит? Вот это А, это Б. Это А, это Б. А какой нам нужен, типа? Ну, пусть будет А. Вот с щитом и мечом мы. Имя. Ну, пусть будет Вэл. А где? Почему язык-то не меняется? Ладно, пофиг. Единица. Телосложение тип А. Юный. А возраст это... А дальше как? А, Enter. Юный. Зрелый, пожилой. Это на что-то влияет или нет? Юный. Зрелый. Пусть будет юный. Происхождение бродяга. Бродяга. Реликвия. Что такое реликвия? Медальон. Руна. Медальон с багровым янтарем повышает максимальный запас здоровья. Золото бродяги, что сияет в глазах жителей Междуземья, позволяет получить много рун. Может, много рун получать? Золотое семечко из Междуземья. По слухам, усиливает священные фляги. А, типа баночки будут хилить лучше. Какие-то духи. Мне кажется, я потом это смогу менять же в процессе игры, наверное, да? Давайте больше очков здоровья. Наверное, для начала возьмем. Почему нет? Чтобы полегче было играть чуть-чуть. Возраст юный, бродяга, медальон. Изменить внешность. Ой, какой секси в трусиках-то. И это юный, блядь, по их словам. И, а послушать никак? Вон, ну цвет кожи мы поставим какой-нибудь. Бля. Какой есть секси? Ну давайте негра поставим. Есть секси цвет? Хочу секси цвет кожи вообще, просто чтобы отвал башки был. Ну давайте так. Лицо, волосы. А, пон. Ну пусть будет такой. Форма. Бля. Такой покрасивее. Не, мы сейчас сексуального вообще сделаем. Блять, а это что? А это... Я завис или что происходит? А. Ноль, ну. А ниже-то как... Чё? Е, ок. А, блядь. А, Enter жму. Ну, давайте мне этого сделаем. Юного. Эстетика лица. А, типа, насколько он мужественный. Ну, пусть будет мужественным. Так, назад.
Какие, почему не Escape? Вообще какая-то тупость. Настроить шаблон лица, форма лица. Прическа. А есть какой-нибудь красавчик прямо, чтобы был? Вот красавчика хочу себе. Хочу за красавчика играть. Во, во, во. Так. О, красавчик будет. Цвет волос. Цвет волос какой-нибудь ебанутый надо. Ну, пусть розовый будет. Блеск. Чего, волос? Пусть блестит. Пусть ярко будет, седина. Не надо. Так, хорошо. Кью. Брови. О, пусть будет сделанные брови. А цвет бровей можно другой поставить, лол. Ну, пусть будет зелененький. Салатовенький. Блеск. А, ну все, это все сильно. Да. Так, дальше. Борода. Тоже хочу салатовую себе бороду. Цвет бороды. Или белую. Блеск, яркость, щетина. Насколько она выраженная, да? Ну, я хочу небольшую. Блять. Хочу небольшую себе. Так, дальше. Ресницы, глаза, это, наверное, уже все. Ну, глаза посмотрим. О, нихуя себе. Тут вообще можно. А как покрутить-то? Ну, это все что-то нихуя не видно. Ладно. Ладно, не будем. Это что-то уже там макияж. Цвет щек. А, ну это на черной коже, я так понимаю, не видно. Ладно. Тату. Похожее лицо, что такое? Ладно, не будем. Все, вот так мне нравится. Такой секси чел. Секси мужик. Изменить цвет лицо и волос. А, ну это все. Тело. А, нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Туловище. Сейчас посмотрим. Что тут? Если по максимуму. О, вот так. Худенький, как я люблю. Ну, пусть будет. Пусть будет худенький немножко с мышцами. Ноги. Худенькие тоже, как я люблю. Волосы на теле. Вообще не надо. Я так не люблю волосы на теле. Цвет волос на теле. Понятно. Мускулатура. Мускулистая. О! Заебца. Так. Q. Все, сохранить получается. Добавить настройки внешности. Да, добавить. И чё, и все? В смысле, сохранить? Ну, сохранить. А, все, и назад надо. А, завершить. Выбрать шаблон, изменить внешность. Хуё-моё. Телосложение, завершить. Все. Начать игру с этим персонажем? Да. Начнем с ним. Так. Хуё-моё, какой-то свет. Павшие листья принесли нам весть, блять, так, ну это пропустить нахуй. Нам не надо. Ой, какой кофе вкусный. Хорошо, я его заварил. Блять, а не видно нихуя. Настройки. Надо яркость повысить. А яркость где? Где яркость-то? Так, это... Что такое подбор игроков? Давайте с подбором. Играть по сети, да. По сети? Что такое по сети?
Блять, где? Это что такое? Уровень. 9-й уровень? Мы же на первом должны быть. Блять, а где яркость-то? Я что-то понять не могу. Субтитры вкл, крафкл, интерфейс авто. Показать обучение. А, яркость, нихуя, ее куда спрятали. Изображение справа. Я его вообще не вижу. Оно не то, что едва заметно. А можно еще выше сделать? Или это уже на мониторе? А, я на мониторе могу яркость выше сделать. Нихуя. Давайте так. Все. О, там кто-то бегает. Все, ку назад. О, все, теперь все видно стало. Все, вот оно все. Так. На записи при этом все равно не видно. Я вижу на мониторе лучше, чем вот в ОБСке работает. Ладно. Почему? А кто это бегает? Так, а что у нас вообще по управлению-то, кстати? Что это такое? Прочесть послание. Можно начинать. Оценки. Хорошо, плохо. Не знаю, хорошо это или плохо. Но, наверное, можно начинать. Что за послание? О, я что-то собрал. Иссохший палец. Окей. Прочесть послание. Пройди по неясному пути, полному руин, и займи место повелителя Элдена. Ладно. Что за послание, пока не могу понять. Здесь что пишут? Да будет смерть. Не буду никакие оценки вешать, я пока не знаю, что это значит. Так, ну вот я бегу. Впереди кольцо Элден. Блять, Е закрыть. Тут я... А, все, я понял, это кажется в сети. Люди оставляют послания, типа, которые по сети играют. Коснуться пятна крови, это что значит? Коснуться пятна крови. Часовня ожидания. А, это мне показывает, как другие люди умирали, походу, я так понял, да? Если я как касаюсь пятна крови. Хуяк. Да-да-да, вот эти послания, это тоже люди оставляют. Ах, это невыносимо. Ну пусть будет хорошо, ладно, ок. Похвала. Так, а что у нас вообще по управлению-то? Так, получается, так рубить. Щит правой кнопкой. Колесико ничего не делает. Один. 2, 3, 4, 5. Давайте управление смотреть. Так, инвентарь. А, ну мы вот что-то собрали. Показать. Большое изображение описания. Тут какая-то хуйня. Воспоминания. Ну, это пока ладно. Это будем потом разбираться. Что у нас тут есть? Статус послания. Сетевая игра. Настройки. Настройки и поехали. Конфигурация клавиатуры. Управление движением Alt. Движение вперед, ну, васт. Отскок, перекат, рывок, F. Прыжок, space. Пригнуться, встать, C. Тут вроде все пока логично. Так. Получается, C, пригнуться. Это прыжок. F, это... А, это перекат. А почему отскок? А, отскок, это если ты на месте стоишь. То есть, если ты бежишь, то ничего. Так, это я рубить... О, это я могу рубить. Так. Тут что-то можно собрать? Послание. Впереди негодяй. Там? Где? Блять. Где? Ладно, хуй с ним. Это хуйня. Не будем читать эти послания, блять. Запутают настолько. Так, что подальше по управлению-то? Прыжок Space, так, F отскок, но это надо привыкнуть. А, что такое управление движением? Это типа...
Типа ходьба-бег? А, да, ходьба-бег. Ладно. Настройки. Блять, настройки. Конфигурация. Смена ц... Тут пока ничего не поставлено. Не знаю, специально ничего не поставлено, или это я случайно отменил? Ладно, пофиг. Центрировать камеру. А, центрировать камеру — это как раз вот колесико мыши или Q. Сменить чары молитву. А, ну это вот стрелочки, это типа поменять... А, оружие менять вот можно. Во, вот это я, кажется, переназначил. Так, оружие. Оружие слева, оружие справа. А, слева и справа, понятно. Сменить предмет, это вот это. Так, ну-ка. Посмотрим, центрировать камеру. А, это вот так вот он в центр нам ее. Оп. Так, получается оружие слева. А, нихуя. У меня тут еще и варианты есть. А чем это отличается? А, это такая дальнебойная, типа, с медленными атаками. Получается, просто тычок — это просто удар. А если с шифтом, это сильный удар. Нет, наверное, лучше взять этот меч, потому что он как-то побыстрее немножко, мне это больше нравится. Так, а слева, если я меняю... А, ну я могу взять в обе руки, получается. Вот эту штуку я могу взять в обе руки. Ладно. Так, ну давайте с мечом. Хорошо. Это поняли. Ну, привыкать надо будет долго, наверное. Пока что не получается у меня запомнить все. А, ну тут так все тут осталось-то. Атака. А, вот атака это получается. Вот это. Сильная атака, все понял. Shift плюс вот это. Блок, это вот это я уже понял. Навык еще какой-то есть. Shift. А, Shift плюс. Shift плюс. Либо Ctrl просто, либо Shift плюс. Ну, типа, Shift плюс блок. Использование предмета R. Действие E. Ну все, в принципе, я думаю, управление посильное. E. Действие R. А, у меня ничего нет в предметах, поэтому он... А, вот эта смена предметов, это вот. Вот, все, я вот так меняю. Ага. Так, понял. Так, что там еще было? E. Смена... R, это что там еще последнее было? Так, а, вот этот блок-то. Навык, навык. Навык Shift плюс. А, это можно удар щитом сделать, кажется. Ну или это у меня пока такой навык, может там какие-то другие навыки. Ладно, побежали. Так, кофеечек. Ой, я чуть не упал. Так, а что у меня по резкости камеры? Удобно? Удобно, неудобно? Блять, послание. Дославится, кстати, почему опять для вещи со... Чё? Ладно, нахуй, короче. Блять, не будем это читать. Что-то меня это путает. Давайте изучать, что нам тут. Ну, наверное, надо идти по дороге, как нам тут игра это. Я не буду прямо сильно уходить от того, как нас игра ведет, потому что я думаю, нас игра проведет, ну, как-то... Понятно, что тут открытый мир и все такое, но я думаю, нас игра проведет нормально, так как нам и надо, потому что и так слишком сложно пока. А еще это. А еще тут отвлекаться на что-то другое, мне кажется, времени не хватит просто пока. Пока мы не изучили игру. Ну пока все тихо. Кто-то прыгает. Нихуя себе, блядь. И что, мне с ним драться, типа, уже надо? Так. Блять, а я понял. Оп. И. А, F, 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 F. F кувырок. Блять, а чё я с ним сделаю-то, блять? Оно отскакивает. И теперь... Блять, ну оно меня ебёт. Не, оно меня выеб... Это так и должно быть, типа, то, что оно меня выебало с первого раза. Потому что я вообще не знаю, что с ним делать.
Так. Далее едем. Так. И мы типа, что, под землей? Я попытался его ударить, оно все заблокировало, типа, это хуйня. Какая-то лошадь. Лосадь. Или не лошадь, а буйвол. Не волнуйся, поток, удача на его стороне. Это тетка. Кто из этого рода непременно будет искать кольцо Элден? Кто-то из этого рода. То есть нам надо найти вот это Elden Ring, получается. Чтобы пройти игру или что? Это единорог, понятно. Единорог, ладно. Пусть будет единорог. Так, только сюжет можно спойлерить мне. Это я разрешаю. Здесь это можно. Я обожаю спойлеры. Мне будет очень хорошо, если мне кто-то будет подсказывать по геймплею, потому что... Я вообще пока не вкуриваю. У меня сразу же первый же противник меня выебал. Единорог с двумя рогами, охуенно. Единорог, у которого два рога. То есть это двурог. Так, фляга мне дали. А, ну это мана и хп, я так понимаю, да? Пещера знаний. Спрыгну вниз... Вы найдете пещеру знаний, там вы сможете узнать больше об управлении. Во, давайте вот это пройдем. Также иные советы, которые помогут оказаться полезными. О, так давайте это пройдем. В смысле, блядь? Закрыть, ну. Вот вниз туда, да, получается? А, подожди, а я хп-то не проебу? А, тут есть ступенька. Оп. А еще ступенька. Есть? Оп, оп. Так, ну это, я так понимаю, сетевые игроки. Так. Отдых вместе благодати восстанавливает очки здоровья и очки чего-то еще. К. К. Хуй знает. Ну и мана, короче. Излечит от любого недуга и наполнит священные фляги. Однако после отдыха большинство поверженных врагов воскреснет. Места благодати можно найти там, где сходятся лучи света. Вы можете... А, ну то есть это если мы умерли, то мы можем откатиться, типа. И баночки откатить, но и воскресить всех обратно врагов. Ну то есть заново начать, грубо говоря. Главный сюжет такой. Тебе нужно найти кольцо Элдена, действуй. А, ну нормальный сюжет. Я и говорю, как я вначале сказал, на сюжет можно не отвлекаться. Просто здесь все в геймплее. Центрировать камеру. Оп. А, захват цели тоже Q. И что, я могу его бить? Атака. А, ну все, я его с одного удара. Оп. Оп. Ладно, дальше идем. А, послание я не читаю. А, Shift. Это сильная атака. Блок. Защититься от атак противников вы можете держать оружие в левой руке, так и в обеих руках. А, можно, то есть, и мечом вот так вот прямо. Особенно удобно блокировать атаки щитом. Блокирование атак тратит вашу выносливость. А, выносливость. За расходы сеточки выносливости вы потеряете равновесие. Это сильная атака была, да? А, ну это пятно крови, это я уже помню. Увороты. Перекаты, отскок. Отскок, F. Закрыть. Так, раз, оп. А как отскок-то, почему? F-F-то. А, то есть на месте надо стоять. Так, ну пока сильным ударом всех ебем. А его так в двух словах не перескакивает. Да я и не буду на него отвлекаться вообще, на этот сюжет мне насрать. Мне знающие люди сказали то, что тут, чтобы сюжет понять,
Надо там, задрочиться, короче, всякие записки, блядь, искать. Короче, я не хочу этим заниматься. Он тут не на поверхности лежит, и мне это не интересно. Будем просто геймплеем наслаждаться, и все. И видами всякими графика. Я на максимальных графиках играю. Кстати, я сейчас не стримлю больше. Я все, я больше не стримлю на Трово и больше не стримлю на ВК. Только ВК Play Live. На ВК, который ВК видео, я не стримлю. Потому что я заметил, у меня начинает подвисать камера. Вот на записях, когда я монтировал, там у меня, например, камера улетает вперед звука или звук вперед камеры. И поэтому глючит, короче, уже начинает комп, уже прям пыхтит. И поэтому я решил отказаться от двух площадок. На Трово меня вообще не смотрели. Никто, ни разу. Блять. А, я могу прям заблокировать во стрелу, ну-ка. Оп. Тыщ. Короче, на Трово меня вообще не смотрели. Блять. А ВК Play Live. Ой, а ВК тоже не смотрели. И я думаю, чтобы стрим меньше глючил, надо взять этот. Ну, просто меньше расходовать. Как сказать? Меньше расходовать ресурсы ПК. И я посмотрел, меня смотрят только на Рутубе, на Ютубе и ВК Play Live. Хотя бы кто-то меня там смотрит, и поэтому я оставил пока эти три площадки. Потому что надо комп апгрейдить, чтобы стримить больше. Потому что на мафии еще ладно, меня нормально, как бы это. С мафией нормально. Там плохая графика. А вот на мафии третьей мне уже не хватает ресурсов. Ягоды. Я так понимаю, из них можно будет делать эти потом баночки. Правильно? Ну, по классике жанра. А мне куда? Мне туда наверх. Не кто-то ваш фанат. Ну, блять, это хорошо. Ой, а у меня все зависло. А, ебать, я лох! У меня улетело. Я потому что в окне играю, у меня. Стоп. Блять, а на паузу нельзя, да? Сейчас. У меня мышка улетела на другой экран, блядь. Все, так, такого больше нет. Смена оружия, смена оружия. Е. Взять в обе руки. Е плюс правая или левая, взять в обе руки. Е плюс вот это. Оп. А зачем? Он так сильнее бьет, да? Ой-ой, хуя себе. А как блокировать? Так. Блять, это я только вскроюсь, он меня уже это. Уворот. Так. Или ему за спину надо зайти. А, то есть он меня тоже. Но он мне нормально так хп-то подснес. То есть я. Да, я не договорил. То, что на самом начальном этапе моей блогерской и стримерской карьеры меня уже кто-то смотрит, меня это очень радует, спасибо. Я очень. Так, а с него лут нельзя подобрать, да? А как юзать эти фляги? Я забыл опять. Юзнуть предмет. Настройки. Где-то там у меня это было. R использование, все понял. То есть тот, который в руках лежит, тот мы и используем. Так, поехали. Но мне щитом больше. Блять! А как обратно достать из двух рук-то его? А, все. Блять, меня ебут. А, они медленные, их просто сильного удара надо. Раз, и все. Все, этих понял. Так, а тут что? Секрет. Блять. Ой, не то нажал. Так. А, здесь, наверное, можно искать какие-то штуки, да? Ой-ой-ой. Оп, увернулся. Заблокировал и выстрел. И. Блять! Не попал. А, ну все, он вниз ебанулся. Чуть я вместе с ним не ебанулся-то.
Control навык. Навык это особые возможности вооружения. От мощных атак до временных эффектов. Control? А, вон. Ну это эти с одного сильного удара падают пока. Пригнуться, встать, С. А, его скрытно можно ебануть, да? Так что, блять. А как скрытно его? Никак, только просто подойти сзади и рубануть сильным ударом? А, критический удар у врага за спиной, пон. А, в смысле то, что они крит урон получают, типа, со спины. Мощная атака, shift, атака в прыжке. Shift, нихуя себе, еще есть в прыжке. Нихуя себе, блядь. Что можно творить тут? А? То есть можно вытворять конкретные штуки такие. Ладно, едем. А если просто атака в прыжке? А, можно не только мощную атаку в прыжке делать. После гибели вы воскреснете в том месте благодати, где отдыхали в последний раз. А, надо сохраняться, понятно. Погибнув вблизи клина Марики, вы можете возродиться и там. Клина Марики. Марики. Угу. А, ну все, обучение закончилось. В бой, получается, да? Пройти через туман. Обучение закончил. А, нет. Нас тут... Так, надо тогда отхилиться. Перед этим. Так, я его вообще смогу убить-то? Сразу после блокировки Shift плюс это... Контратака. Блять, я уже запутаюсь в управлении. Закрыть. Ой-ой-ой, нихуя он... Да, блядь, передом-то повернуться можно? Блядь, ну пры, сука. Да, блядь, мне нужно передом стоять обязательно. Так, ладно, у нас последняя банка. Блядь, я пока не понимаю нихуя. Так, то shift плюс это после блокировки. Так. А, блять, почему не попадаю? Блять! Так, у нас последний шанс его зарубить. А почему он... Я не понимаю, блять. Почему я, блять, вот так вот тыкаюсь, блять, мимо него, вместо того, чтобы его бить? Я, блять, вот этого понять не могу. Ну, вроде этого убили, но мне, наверное, это все банки потратил. Пиздейшн, блять. Меня сразу же, нахуй, погружают. Все, легкая жизнь закончилась. На тебе сразу же чувака, который тебя будет ебать. Типа обучение было такое жесткое сразу, ладно. Хорошо. Хорошо. Едем. Ну, первого, ну, в смысле, второго босса завалил. Shift плюс это после блокировки. Нихуя себе, блядь. Надо запомнить. А это что такое? А зачем? А, сила. А, мне дали силу. Так, а мне дальше кто куда? Я же уебусь. А, вот это снова яма. В ней я уже был. А мне нужно не в яму. А мне нужно спуститься аккуратно. Раз. Это что? А, ну и все, и, наверное, в ворота. Давайте еще там посмотрим, что-то светится. Не, я тут туда не могу дойти. Ладно, все, походу пора бежать. А можно как-то ускоренный бег делать? Или это самое быстрое, как я могу бежать? Ну все, открываем в этот мир вору. А нет, это еще не в мир пока что. А я уже думал в мир. И все, здесь я могу восполнить банки, да, получается? Коснуться. Ну, погнали, коснемся.
А банки есть теперь? Нету банок. А где я там могу банки-то эти? Используйте скрюченный палец погасшего, чтобы оставить золотой знак призыва. Совместно сетевая игра начнется, когда вас призовет игрок из другого мира. Вы выступите в роли помощника скрюченного пальца. Ваша цель — победить босса. Компас в верхней части экрана помогает отыскать призывающего вас игрока хозяина пальца. А, то есть можно здесь в несколько человек проходить, типа в кооперативе. Какие-то места. Что такое утраченная благодать? Там что-то там с ней, блядь, она восстановлена. Это что значит? Ладно, едем. Здесь что у нас? Ок. Скрюченный палец. Блять, друзья, помогайте мне. Что-то вызвал 10 друзей такой, блять. На босса. Давайте, ебите его. Едем наверх. Когда уже я выйду в мир там? Что-то я все по подземельям каким-то шастаю. Здесь? Ура, ну ебать! Охуеть, ебануться! Ебать, у меня аж челюсть отвисла. Охуеть. И куда нам бежать, блять? Куда нам бежать? Ёб. Это у меня подлагивает или чё? Ладно, давайте бежим, пока просто бежим. Блять, просто пока бежим. Коснуться. Благодати. Обретена. Благодать всегда вела погасших, указывая им верный путь. Некоторые места благодати источают свет и поныне. Чтобы не заплутать, следуйте за золотыми лучами. А, вот, нас игра ведет, получается. А где? А, вот нам куда-то, блядь, туда, типа. Отдохнуть можно на месте. Все, я понял. Давайте отдохнем. Фляги. Давайте повысить эффективность. Ну, давайте повысим, почему нет? А, в инвентаре нет. А увеличить количество фляг? Золотое семечко. А его тоже нет. А распределить что такое? Повысить эффективность фляг, распределить. А, я то есть могу распределить, сколько их. Распределить число применений между флягами. У вас есть определенное количество применений. Вы можете решить, сколько из них отдать фляге багровых слез. Ну, либо ОЗ, либо, короче, это, да. То есть у меня есть всего 4 места. Давайте как нам тут это... Как нам предлагают, так распределим. По 3. 3 плюс 1, точнее. Так. Изучать чары и молитвы. Тоже, наверное, нужны в меню... Вы можете чары и молитвы изучить, чтобы сотворить чары, воспользуйтесь посохом, а молитву священной печатью. Сотворение чар и молитв тратит очки. Ваши ячейки памяти определяют число чар и молитв, которые вы можете запомнить, открыть. Ну это, короче, я так понимаю, какие-то доп. Умения, да? Доп. Умения, доп. Умения. Доп. Умения. Ну здесь у меня, наверное, ничего пока не открыто. Сортировка сундука, но у меня в сундуке, наверное, тоже нихуя нет. Положить предметы в сундук или забрать их. Давайте положим вот этот палец, он мне, наверное, пока не пригодится. Как его? Как его перетащить-то туда? Сортировать, справка, ок. Подождите, стоп, а как? Перейти к сундуку? Нет, стоп, назад. Блять, сортировка сундука. Как перекинуть-то это в сундук? Перейти к сундуку, сортировать, справка, сменить... А я, наверное, его не могу перекинуть в сундук. Ладно. Так, все, я кофе напился, теперь хочу писать. Поэтому отойду и будем дальше изучать этот прекрасный дивный мир. Ну, еще кофеечка подольем себе, а то он уже скоро остынет. Последняя порция. Так, ну чё, поехали? Так, садимся поудобнее и погнали. Пока что не понимаю, как... О, чё? А. Не понимаю пока, как в сундук убрать. Ладно, пока не будем. Это нам пока не так важно. Уйти, изучить, фляги. Давайте скоротаем время. До утра.
То есть вот так вот я отдыхаю, да? А у меня сейчас восстановятся банки или нет? Все, утро. Ок. А, блядь! Не то нажал. Ладно. Закрыть. Все. Банки восстановились, нет? Да, банки восстановились. Все, я понял. Так, карта G. Что? В меню карты вы можете посмотреть, где находитесь. Изучать местности, ближайшие постройки. Вы можете наносить на карту путеводные лучи. Они помогут вам в странствиях. А, ну я так понимаю, эти, ну, метки ставить. Вы также можете выбрать любое открытое место благодати и мгновенно отправиться туда. Однако в некоторых подземельях и других областях вы такой возможности лишены. Ну, понятно, все логично звучит. То есть вот я сейчас здесь, да? А, ну мир большой, а я вот только тут. Из пещеры вышел, правильно? Ладно. Хорошо. Чтобы дополнить карту, ищите ее обрывки. На придорожных обелисках. Вы можете нарисовать карту, путеводные лучи, они помогут вам в странствиях. Карта же. Ну, это я уже сделал. А где эти обелиски искать? А чё? Ел путеводный луч. А, вот так я ходить могу, типа, и поставить путеводный луч. Отправиться сюда, плавучая отмена. Я там уже был, я так понимаю, да? Ладно, все, давайте... Дальше. Заговорим с этой. Погашает душа, не так ли? Ты в Междуземье из-за кольца... Ну, из-за Элден Ринга? Конечно, из-за него. Вот только за душой у тебя ничего нет. Из благодати силы рун, с помощью соратников, из крепости круглого стола. Без благодати. Тебе суждено сгинуть в безвестность. Ну да. Я так и сделал в самом начале. Ну, то есть надо руны какие-то собирать и это. Ну все, и луч ведет куда-то очень далеко и высоко. Так, ягоды могу собирать, я так понимаю, да? Ягоды могу. Раз. Два. А вот это могу? А, это просто цветы. Трис. И четырис. Это что такое? В любой местности можно найти фигурки мучеников. Эти фигурки представляют собой омуты призыва. С их помощью вы без труда можете создать дружеские или вражеские знаки и призвать всех других игроков. Что-то я... Все в кучу, блядь, я нихуя не понимаю. Что такое выбрать действие? Осмотреть? Чё? Я что-то у меня все в кучу, я пока нихуя не понимаю. Пока я путаюсь, у меня прям путаница в голове. Так, ну тут пятна крови, давайте посмотрим, как они умирали. Он... Чё? Он сам себя типа убил? Это чё? Просто попинать можно как мячик? Или здесь босс какой-то? Парирование. Какое парирование? А. Здесь какой-то босс, что ли, их убил? Я что-то понять не могу. Давайте животных порубим, посмотрим. А где вот это луч-то, вот этот? О, как его увидеть? А, животные убегают. Не... А, нужно, то есть, скрытно их. Покатился баран. Нихуя, он уворачивается, блядь. Так. Так. Да, блядь. Да, блядь. Я даже барана зарубить не могу, нихуя себе, блядь. А где я с него лут? Или он автоматически... А, вот лут. Обыскать. Ломтик мяса. Ну, пригодится. И то, и кости. Окей. Бля, ебать тут нахуй туман. Когда он закончится? А где дерево-то, которое было? А, оно за туманом, его не видно? Нихуя, блядь. Дерево-то вот это где? Так.
Я так понимаю, я бесконечно могу этих баранов рубить, в этом смысла нет сейчас никакого. А, вот там босс опять. Может, его не надо трогать? Давайте баночки пойдем соберем. Или может, его надо, наоборот, трогать? Чё-то пока не... А как этот-то посмотреть? Вот карту я открыл. Я где? А, вот так, ага. И как это-то посмотреть в итоге? Луч-то вот этот куда идет? А вот я из тумана вышел, все, дерево теперь видно и луну. Ну или какую-то планету. Еще трава. Цветок листьев Эрд. Это босс? Или он меня не... Ебать! Че, мне с ним драться надо? Сразу? Сходу, блядь. Так, ну я заблокировал. Так мне еще нужно в правильную сторону, блядь, повернуться. Так, ладно, пробуем. Блядь, спиной. Да он меня ебет, блядь. Я не понимаю, он меня ебет сразу. А, ну все, он меня уеб. С ним драться не надо, я так понимаю, да? Почему он меня уебывает-то? То есть я ему вообще там тычки сношу какие-то. То есть мы сейчас тут же возродимся, тут как бы ничего такого. Далее. Все, снова есть банки. После гибели воскресайте. Собранные руны останутся на месте вашей. Но у меня рун никаких не было. Или весь лут там у меня остался. Ну, у меня лут это вроде тоже. А как рюкзак открыть, я забыл. Инвентарь. Я так понимаю, весь лут тоже там остался, да? А нет, весь лут есть с собой. То есть только руны. А руны я вроде не собирал или собирал. А вот, мне и показывают. Ну, давайте подберем. Оп, собрали. Так, ладно, его обходим. Нам тогда к нему не надо. Вон еще какие-то драконы летают. Пока что-то прям супер сложно, я вообще пока не... То есть я думал, я заблокировал, а мне нужно в другую сторону повернуться, оказывается, было. То есть мне нужно прям к нему быть повернутым, а это что-то пока сложно, что-то я пока это не умею. Ладно, пока просто ходим, грибочки собираем, что. Сюда не могу? А сюда не могу, что ли, я, блядь? Че? Как туда попасть? Не могу, да? Двойной прыжок, может, какой-то надо открыть для этого. Не отсюда явно же, да? Не отсюда же прыгать мне. А, нет, могу, вот. Череп. А, ну это тоже нихуя не... Он тоже нихуя не делает. А как вот я на карте... Теперь мне видно этот дом? Он сказал, какие-то там дома видно на карте. Или мне видно только вот эту хуйню? Куда мне идти-то? Луч вон туда показывает. Наверное, в башню. Ладно, пойдем в башню. Только обойдя босса. Чувствую, мне намного времени хватит этой игры вообще. Понаслаждаться ей. На несколько месяцев, думаю, мне хватит этой игры. Во, руна. Лут. Сейчас пойдем в башню тогда. Так. Не знаю, нам нужны эти кости вообще все или нет. Ну, что-то эту летучую мышь я боюсь уже трогать. Ладно, не будем пока. Хотя мне с другой стороны и терять-то нечего. Но давайте пойдем, как нас игра просит идти. В эту башню тогда. Так не быстрее, да, бегать? Ну, я какие-то руны собрал уже. Что-то я забыл, зачем руны нужны. Мне там сказали, я забыл.
Давайте еще ягодки. Ягодки. Раз. Вот я сейчас в этот дом зайду, и он, наверное, на карте отобразится, да? Или не... Да, храм. И что, и он отобразился? А, все, и он отобразился. И здесь есть опять эта штука. Оп. Карта позволяет мгновенно переместиться в любое открытое место благодати. Так. Это чучело? Заговорить. Из погасших. Я это вижу. Из погасших — это тот, кто сдох в самом начале, да? А еще я вижу, что ты не собираешься меня убивать. Почему бы не прикупить безделицу другую? Я Кали, поставщик отличных товаров. Ну, купить. В нем магазину можно покупать различные предметы за руны. Вы можете... Руны — это деньги, да, типа? Вы можете продавать предметы и получать руны взамен. А, ну наоборот, можно продать. У каждого магазина свой ассортимент. Тут пока все дорогое. Телескоп. Ножи метательные. Я пока не знаю, что мне для чего надо. Справочник воина. Может... А, может это... А, рецепты добавляет. Ну, пока ничего не будем покупать. Пока рановато. Пока я еще пока так не выкупил, что делать. Ну что ж, до встречи. Ну, до встречи. Найдя стол кузнеца, вы можете усилить свое оружие с помощью рун и кузнечных камней. Также можно встретить кузнеца, который может сделать ваше оружие еще мощнее. Кузнечный камень. Один. Давайте воспользуемся. Давайте усилим. Оружие можно усилить до плюс 3. Также можно встретить кузнеца, который может сделать ваше оружие еще мощнее. А у нас есть разное оружие, или только вот это мое до конца игры мне его усиливать можно? Дополнительные предметы какие? Не могу ничего я усилить. Какие-то дополнительные предметы требуются. Какие дополнительные предметы? Пока вот это вот, блядь... Это просто, вот, блядь, столько цифр и букв, и я что-то вообще, я не знаю, куда мне податься. Уйти. Пока не знаю, куда мне податься. А, вон луч, луч, луч нас ведет. Ладно, ну погнали, получу. Лучик, лучик. Так, ну он не сильно нас, нам показывает, куда идти-то. Ну, типа туда, хорошо, пошли туда. Это опять босс какой-то, блядь. Мне его трогать не надо, да, я так понимаю, лучше. С факелом вот с этим. Хотя, с другой стороны, что нам терять? О, олень стоял в кустах, я его не заметил. А, ну здесь все вот эти умирают. Нет, это, судя по всему, босс. Это, судя по всему, босс все-таки. Не будем пока трогать боссов. Так, ну, ну, пособираем ягодки, что нам еще остается. Вот этих я тоже думаю лучше не трогать, правильно? Вот эти какие-то хуйни. Вот эти хуйни не трогаем. Вот это... Блядь, я сейчас эти ягоды, блядь, дособираюсь, блядь, меня вот так уебет. Уебут эти стражники. Или эти ягоды, они тут везде, в этом и прикол их. То, что, типа, их много, их можно, блядь, не париться. Он уебёт меня, нет? Да. Ок. Ну, я его тоже... Это я его уебу, ага. А с него чё, лута нет? Так, ну хорошо, стражника я поборол, как минимум. Давай сейчас контрударом, на! Да, блядь, почему я мажу? Почему я
Почему я мажу? Почему я мажу мимо него мечом, блядь? А у тебя что? А, вот ты просто руну мне дал, да, получается? Так давайте того тоже уебем. Чё нам? Или это, или вот это уже босс? Он побольше, кажется, на вид. А, так можно же критический удар нанести. Так. Ладно, хоть кого-то я могу убить. Так, здесь что... А, так может мне тут подскажут в этой записке? Получилось. Так что дославится сообщение. Ну, оценки 6000, нихуя. 6000 раз оценили это сообщение. Так. Требуются ягодицы. Блять. Одна оценка моя. Ладно. А дальше куда? Луч вел нас сюда. Но сюда это куда? Вон костер есть. Давайте еще вот этого уебем, чела. Как вообще не подлагивает, блядь, стрим? Я не понимаю. Игра-то жесткая. А если я возьму сейчас в две руки и вот так вот его... Хуяк. Хуяк. И все. И обратно. Обыскать труп. Болт. Так, а тут что пишут? Впереди пещера, осторожно, волк. Блять, можешь читать все-таки подсказки? Ладно, волк так волк. А так что, нам надо к волку или не надо? Это я могу? Материалы. Смола. Ладно. Ну, волк я с волком, ладно. Я думаю, я справлюсь с волком же, так? Так, а что я не могу? Глючит. Я с волком я справлюсь или не справлюсь? Мне нужно в эту пещеру или не нужно? Блять. Ну, мне больше некуда. Ну, пошлите в пещеру. Грибочечки подсоберем вначале. А, ну там это как раз это место благодати. Нормально. Если я отдохну в нем, то получается, я восполню эти, но те стражники воскреснут, типа. А, все, мне здесь нужен факел. А, или не нужен. Блять, я туда не хочу утопать-то, туда, в эту пещеру. А, подождите, а у меня же луч есть, наверное. Сейчас. Сейчас. Луч посмотрим. Луч нас куда ведет? Или здесь нету... Или, типа, это подземелье, все, тут больше нет лучей. Давайте попробуем, ладно, что нам... А, вон волк ходит. То есть меня не нагибали. Блять, а он жесткий этот волк или не жесткий? Ну их много там, как минимум. Материалы. Оп, мох. Хуяк. Два моха. Блять, он меня видит? О! Блять, мне показалось, кто-то идет. О, нихуя, это он прыгает так? А где он? Он же тут бегал. А, сзади, нихуя. Блять, ща. Окей. Трупик. Прочесть пос... Да, сука! Блять. Он с одного удара падает, с контрудара. Он что, воскресает, что ли, блять? Я понять не могу. Послание можно? Живот. Что живот? Чё? Удобство. Чё? Ладно. Ладно, хер с ним. Пошлите других волков завалим. Давайте посмотрим, как он умирал. Его кто-то, там кто-то выебал. Волк, я так понимаю. А, это босс-волк. Это босс-волк. Тут еще волки. Сука. Уходим, блять.
Блять, я неправильно жму! Да, блять, уебись ты, сука, надпись-то ебаная. Блять, в спину ебашит. Блять, у меня банок больше нет. Ой, да все меня. А, на меня снова, блять, стая волков меня уебала. Ага. Хорошо. Надо их поодиночке рубить, блок. Ну, короче, я блочу, а я спиной повернут. И все. Нихуя. И нихуя. Ну, надо как минимум руны забирать, которые я там обронил. Ну, мох снова резнулся. Ой, я могу уже так... Хуй... Нихуя себе. Блять. Сейчас с контрудара будем валить. Так он падает вниз-то. Так, завалили. Второй пошел. Блять, их да двое-то, ну куда? Да блять. Вроде так просто рубятся. Банка! Давай, запрыгивай. Давай, это босс. Так. Блять, ну я рано вышел с блока. Блять, ну что за хуйня? Да пей банку! Банку пей, да сука! Ой, блядь, выжил. Ладно, выжил. Блядь, ну это, я не знаю, я чудом выжил сейчас. Ну хорошо, мы... Горшок, ну и нахуя он мне надо? Нахуя он мне надо? Так там еще же волки-то, блядь, что я с ними буду делать? Я вот так могу рушить. Еще волки. Мне это вообще надо или не надо? А где я обронил-то, кстати? Вот там. Я вот там обронил? Так это ж не босс, да? Это ж просто волк. Просто волчара. Все, я умер. Нет, ладно. Блять, он два удара, я не знаю, куда он нанесет этот удар. Так, ладно, я обронил руны. Я же так понимаю, мне можно сюда? Да? Или мне не сюда? Это я в подземелье, так я без бана, куда я в подземелье-то попрусь? Блять, давайте сохранимся хотя бы. А то что-то у меня ни банок, ни хп. Давайте пойдем сохранимся. Ну, я так понимаю, волки резнутся, если я сохранюсь. Но я уже получше с ними умею драться. Может быть, я с ними получше справлюсь. Или обойду босса хотя бы. Давайте. Ну, давайте. Скоротать до утра. Ладно. Так, и сейчас что, и волки... То есть фляги у меня есть, правильно? Фляги у меня есть. А волки есть? А волки... Ну да, так все резается. Ну да, и волки снова есть. Ладно, сейчас вот этого тогда уебем только. А чё? А, блять, все зависло. Я опять вышел, что ли, блять, на другой монитор. Блять! Так, хорошо, ладно. Этих убить. Что-то я пока... У меня прямо, блядь, пальчики нахуй, блядь, даже не привыкли. Да это опять босс! Сука, ну пизда.
Он контрудар блочит. Ну ладно, босса завалили. Одну банку потратили. Блять, я не знаю, надо мне это, не надо вообще сюда идти. Ладно, давайте сходим. Что нам? В любом случае, один раз играем. Первый раз играем. Давайте сходим. Пройти через туман. И босс сразу, ебать, да ну сука. А, я, так я его уже, против него уже играл. Нет, я против другого играл. Так. У меня одна банка. Да сука, ну повернись ты, блядь, лицом к нему, а! Ну все, я, мне пизда, я сдох. Блять, ну это что за жуть вообще? Блять, мне надо 4 банки МП, я ту вообще не юзаю. А, ну все, резанул. Мне надо 4 банки, блять, этих, красных. Я синий вообще не юзаю. Вы погибли, ну, блять, еще бы я, блять, выжил. Не, ну он вроде посильный такой босс должен быть. Потому что он, я ему хотя бы половину-то снес. Я не могу нахуй лицом повернуться к этой хуйне. Давайте банки отредактируем. Где фляги? Ну, а увеличить количество можно? Семечки какие-то, ладно. Распределить. Давайте вот эти сделаем. Так вот. Ну, все распределили. И что у нас получается сейчас? По 4 фляги? Да, 4. Ладно, хуй с ним, с этим волком. Сразу же бежим в подземелье туда, чтобы здесь много хп не тратить. И пробуем босса завалить. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Пройти. Ну все. Так, ну давайте вот этого. У меня 4 банки, я должен справиться. Ага, справился, блядь, проверяй. Так, хорошо, бьет. Бьет и контрудар, раз. И бьет. Блок, хорошо. Отпрыгиваем, похилимся. Так. Удары нанес. Блядь, ну он много ударов, я думал 3. Да, блядь. Ладно. Опять много ударов сейчас пойдет, да? Хорошо. Блять, ну он слишком много ударов наносит, блять. Он слишком много, блять, наносит. Он, блять, так, ладно, хорошо. То есть он, получается, рычит в тот момент, мы на него прыгаем. Правильно? А мне вообще надо его убивать или не надо? Я что-то не понимаю. Мне его надо убивать или не надо убивать? Я, может, вообще не туда зашел. Потому что сейчас что-то, мне кажется, слишком сложно. Либо я просто играть не научился еще. Давайте этого завалим, чё. Вот. Он с одного удара сильного падает. Хорошо. Так, ладно. Так, получается тот, когда он начинает в ярость входить, его вообще не надо трогать. От него надо увернуться и, блядь, и все. А может тут нам в посланиях напишут, чё? Впереди перекат. И перекат. Ах, смерть. Ладно, смерть так смерть. Блять, ну давайте попробуем. Чё нам? Блять, ну так нельзя же делать, я уже запомнил. Какого хуя я делаю? Так, бежит, бежит. Оп! Много ударов, много ударов. Оп! Отпрыгнули. Оп. Блять, а чё я не нанёс-то нихуя? Пей банку, ну!
Все, вот один удар раз и увернулся, ага. Еще банку выпьем, пока он тупит. А скорость банки, интересно, можно прокачивать? Ну, я промазал, блядь? Какого хуя? Или это он увернулся? Или это я дебил? Да, блядь, ну я промахиваюсь! Да сука, ну! Да пей ты твою мать банку! Да какого хуя я промахиваюсь и четко в него бью? Это он уворачивается или это я дебил, блядь? Пиздец. Да, блядь, давай грузи. Так, все, стоп. Рейдж отмена. Рейдж отмена. Рейдж отмена. Рейдж отмена. В прыжке это вообще что за, блядь? Мне нужно в прыжке вот так вот делать? Вот так вот, блядь. Вот так надо делать или не надо, блядь? Я не понимаю. Блядь. Бред какой-то. Ну это, блядь, Souls игры, видимо. Вот они в этом, блядь, и заключаются. Что нихуя не рассказывают. Просто, блядь, ебись сам как хочешь. Так, это мы блокируем первый удар. И не в ту сторону, ага, блядь. Сейчас много ударов пойдет, да? И много ударов пошло. Ярость включил, ярость включил. Так, уходим, уходим. Уходим, уходим. Уходим. У ворот, ага, понял. Ну я тоже умею уворачиваться. Оп, оп. И теперь блок. И теперь блок. И контрудар. Нет, контрудар на него не работает, хорошо. Так, ну вот сейчас... Так, ярость пошла, куча ударов. Куча ударов мы пропускаем. И после этого мы на него раз. Нихуя. Нихуя, не дотянулись. Так, он нас задел. Оп. Давайте баночку выпьем. Оп. Блять, ну прыгай, 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 прыгай. Банка. Так, много ударов пошло. Раз, 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 раз. Отпрыгиваем. Хорошо, ладно. Так, я спиной поворачиваюсь, блядь, опять. Упрыгивай, упрыгивай. Упрыгивай. Блядь. Так, ладно, вот этими сильными ударами будем пробовать его. Рано. Сколько он ударов наносит? Надо посчитать будет в следующий раз. Рано, рано. Два. Три. Четыре. Да, сука. Раз. Два. Три. И четыре. Четыре удара, ага. Не три. Оп, блядь, не увернулся. Так, он пока это, банку выпьем, раз. Хорошо. Четыре. На. И на. И у ворот, ага. Так, раз. Так, где, 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 где? Блядь, ну как? Два. Блядь! Ну все, последняя банка, давай. Блядь, давай. Три. Четыре. Убили? Убили. Талисман огненного дракона. Ну хорошо, хоть одного босса завалили. Но я хотя бы принцип понял. Ко входу? Нет. А руны мои собрать? Или я уже тут все нахуй проебал, уже похуй на эти руны. Так, а что-то я еще могу здесь сделать? Ну я все банки потратил. Мне, наверное, есть смысл вернуться ко входу. Ну давайте сходим, посмотрим, что нам. Так, здесь что? Может, он напишет мне? Впереди перекат опять. Перекат это что значит? Что? Дальний бой? Дославится дальний бой. А, ну в дальнем бою и вахсми. А, так стоп, я тут был. А, я отсюда вышел. Что я туплю?
Все, все, я босса завалил. Есть смысл еще куда-то дальше идти? Нет. Есть смысл еще куда-то дальше искать? Так, ну давайте вернемся ко входу. Оп. Хуяк. В сознательной игре цель дуэлянта убить хозяина пальцев. После гибели это хуя. Мое. У меня банки восстановились от того, что я... Нет. Давайте восстановим. Ну, босса я убил, дальше что? Скоротать время до утра. Уйти. Так, ну а дальше-то мне куда? Мне, может, на карте что-то отметилось? Же. Здесь отметилась пещера. Ну, давайте вот сюда сходим. Сюда. Оп. Как там Е? Как его убрать? Ладно. Нормально. Хорошо, ну... Только я не понимаю, что нам этот босс даст. Что нам этот босс даст-то? Материалы. Руны. Болт. А где увидеть количество рун-то моих? Будем на этих пытаться или не будем? Там какая-то стрекоза бешеная, блядь. Нет, нахуй надо. Нахуй надо. Ну, давайте попробуем до туда дойти тогда. Но эти вроде легко рубятся. То есть они станут сразу же после ударов. После нескольких. Не дотянул. Ой. Вон моя метка, да, получается? Так, вон это дерево. Там еще какое-то дерево, но только поменьше, чем вот это. Так. Вот так вот кабана зарубим. Золотистые что? Что там за... экскременты, понятно. Навоз, короче. Так, ну этого ладно. Забьем. Так, ну, блять, я не знаю. Ну давайте вот этого попробуем убить. Облок. Блять, ну, сука. Да блок! Блять, его уже сложно убить-то. А, ну контрударом нормально он ебется. Ну, блять, ну мне банку пришлось потратить. Так, на карте обозначилась эта штука? Да, обозначилась. Блять, чё? Назад. Блять, назад. Чё пишут тут? Краткая передышка сейчас не помешает. Тут целый лагерь этих, блядь, хуев. А туда наверх я не могу, я так понимаю. А, вон луч, 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 луч. Луч. Давайте вот этого завалим. А, их двое, нет, нахуй, 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 уходим. Давайте сопрем вот эту штуку, оп. Но они меня отпиздят сейчас. Да выйти-то можно, ну! Собрал, блядь, лут, проверяй. И как мне теперь за этими рунами вернуться? Или вообще мне оно надо? Как понять, сколько у меня рун? Клин. Ну давайте клин. Что за клин? Синим кольцом, чтобы другие игроки могли что-то там. А, то есть я тут рядом. Надо собрать свои руны и, блядь, пойти куда-нибудь нахуй дальше. Пойти куда-нибудь нахуй, короче, надо. Давайте я руны соберу и пойдем вот туда, к этим лучам. Мне кажется, туда продуктивнее будет сходить. Я могу здесь? Все.
могу. Ладно. Ладно, давайте к сохранялке. Ну, и будем пытаться тогда вот этот лагерь зачистить. Я так понимаю. Ну, или куда луч нас поведет. Утраченная благодать обретена. Давайте отдохнем. Отдохнем. Мы отдохнем. А, все, и началась катсцена. Блять, опять писать хочу. Опять эта девка. Душа, пересекшая туман. Я Мелина. Мелина. Одноглазая. У меня к тебе предложение. И? Слышите о служанках пальцев? Они прислуживают двум пальцам, предлагают погашим совет и поддержку. К несчастью, у тебя служанки нет. Однако я готова заменить ее, я буду усилять руны, могу тебе в поисках кольца Элден, просто возьми меня с собой, я к подножию дерева Эрд. Я так понимаю, вот это... Давайте согласимся, что. Призови меня благодатью, я наделю тебя силой рун. Ах, еще один момент, я предлагаю... Передаю это кольцо тебе. Свисток. Используй им, если твой путь не близок. Призрачный скакун поток мигом явится на твой зов. Нормально. Если бы я отказался, мне пешком пришлось ходить, да? Только избрал тебя, относитесь к нему с уважением. Давайте до утра опять скоротаем. А как его использовать-то? Как его использовать? Вот, чтобы... Призвать своего призрачного скакуна, свистните костяной свисток. Если призрачный скакун погибнет, его можно призвать повторно, однако для этого придется фляга слез. Чтобы спешиться, еще раз свистните. Выберите пункт сумки в главном меню, чтобы положить в них 6 предметов. Чтобы применить 4 из них, главное меню открывать не нужно. Применить предмет сумки Е+. Е+, вверх. Я плюс. Ага. И как? И куда мне это положить? Куда сумка? Сумка. Кольцо. Сменить режим, сменить вид, прокрутить, сортировать. Простой вид, справка. Чё? Чё я сделал? И чё? Е плюс вверх. Нет. Е. А как положить-то в этот... Как положить-то в эту хуйню? Чё такое С? А. Так. Стоп, я не понял. Инвентарь. Как его положить-то в эту хуйню? Простой вид, справка, прокрутить, сменить вид. Оставить выбранное, ну. Блять, ладно, пописываю, потом будем разбираться. Как мы уже стримим? Уже почти 2 часа. Как я могу этот предмет-то себе? Оставить, ну. Да, оставить. Чего, блять, я не понимаю. Как это сделать-то, е? Как из сумки-то вот это, блять, сюда выложить-то? Инвентарь. Статус, сетевая, настройки, послание. Статус.
Статус? Меню статуса можно посмотреть свой уровень. А, нихуя, изменение показателя атаки, защиты. А где наши руны-то? Я что-то понять не могу. А, во! Выбрать. Вот это. Все. Назад. Это что такое? Нет. Так. И что получается? Е плюс вправо. Вызвал. И что? И куда мне? А, мне туда. То есть вот эту можно не зачищать хуйню всю, да? Я так понимаю. Похуй на нее. А давайте как игра ведет, так и пойдем. Грозовые врата. А, стреляют, нихуя. Бля, чё? Это законно? А как это? Отозвать-то его? Вот так. Ебать. А где его хпшка? А, вон у хпшка. Блядь, так это что за хуйня-то? Так мне не тут... Мне точно туда? Мне точно, блядь, туда? Ну ладно, так, смотрим, как он бьет. Раз удар, стан получается. Ебать, он ужасный, блядь. Ебать. Ебать. И теперь с прыжка, раз, оп. Так, все, и отходим. Он бьет, раз удар. Отходит, оп, увернулись. Два удар, три удар. Два удара, три удара и стан. Раз удар. Два удар. Три удар. И стан, ага, и теперь я его раз и хуяк. Вот так вот. Раз удар. Слишком сильный удар. А, он один только. Раз удар. Два удар и три удар. И стан, ага. И сильный удар. Оп. Бля, ебать, он сносит сильный удар. Блядь, ну что за хуйня? Блядь, я слишком рано, мне кажется, нажал у ворот. А, ну он, у него новая стадия, что ли, или что? Почему он так ебать-то стал меня? У него новая стадия, как будто бы. Ну да, у него какая-то стадия, блядь, сменилась. Блять, блять, блять. Ну, у него стадия сменилась, да, он прямо сильный и мощный стал. Блять, страшный, ебануться просто, ебаный рот. Место последнего отдыха давайте, да. Или я его на лошади могу рубить. Типа подбегать на лошади, типа мне для этого лошади дали здесь. Так, хорошо. Или я должен зачистить вначале вот эту всю зону? Ну нет, я, наверное, много хп потеряю на то, что ее зачистить. Ладно, давайте попробуем пешочком. Может, тут мне в записке скажут, типа, что делать? Осторожно вверх. Блять, он меня уже... Блять. Так, ладно. Так, 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 так. Е и вправо. Давайте пробуем... А я могу рубить? Я могу на лошади рубить. Я могу сейчас вот так вот попробовать. А сильный удар на лошади могу? Блять. Может, мне для этого и дали лошадь, чтобы я их тут всех рубил? Да, она быстрая, типа, я могу на ней рубить. Нет, нихуя. Нихуя, блять. А, ну похуй, блять. Так, ладно. Тактика с лошадью отменяется.
Тактика с лошадью отменяется. Я руны забываю подбирать, когда я умер. Это вообще надо, не надо? Где эти... Где, кстати, руны отображаются? Вот давайте посмотрим. Так. Инвентарь. Где руны? Ваши руны 0. Уровень 9. Понял. Я так понимаю, мне надо вот так. Оп. Мы вызываем, наагриваем. Наагриваем. Блять, ну хватит мне стрелами, то есть носить пол хп. Так, все, и убегаем куда-нибудь подальше. Туда, да сука, ну, да блять, да блять! Как выпить-то? Так, да сука, ну слезь! Так, все, вот здесь вот мы уже с ним деремся. А, ну он пошел. А я могу луком его там застрелить, если у меня дальний бой. Раз удар. А, сильный удар получается. Он один. Дальше пошел. Раз удар, два удар. Два удар. Ну, уворачивайся, ну. А, ну, а я если под ним стою, кстати, он нихуя мне не дамажит. Блять, тут... Откуда ты выперся-то, блять? Это суперсильный удар. Ну, я сейчас, если банку не выпью, то я умер, да, все. Погиб. Я не понимаю, как его... Может, его не надо победить? Может, его надо... от него надо убежать просто? Может, от него надо просто улепетать? После гибели вы воскресите в том же месте благодати, где в последний раз. Однако погибнули, вы можете возродиться и там. Мне есть смысл руны мои собирать вообще? Сколько там рун? Я там, по-моему, все проебал-то руны уже. Как инвентарь открыть-то? Есть какая-нибудь, блядь, быстрая кнопка, чтобы так не тыкать? Руны 0. А, ну все, так мне вообще нет смысла. Мне похуй на эти руны тогда. Так, ладно. Е плюс вот это. Надо действие перебиндить, что-то мне не нравится. Так, смотрим стрелы. Ага. Давайте... Блять, ну он меня не пускает, не. Нихуя. Ну, блять. Ладно, бежим. Пешочком. Пробуем. Стрелы перепрыгиваем. Может, мы туда сможем забежать и так? А, или может, можно просто вот это взять и все? Нет, нихуя. А вот это можно? Блять, просто нахуй убежать от него. Так, это записька. В этом есть смысл вообще в том, что я сейчас делаю? В том, что я сейчас делаю, есть хоть малейшая капля смысла? Да ну ворот я ж нажал, да твою мать, а. Все какое-то, блядь, замедленное, нахуй, замедленное киносъемки. А, так он их уебал? Он их уебал. Так. Блядь, а куда я бегу-то вообще? Он когда от меня отстанет? Отвянь, блядь, отвянь, сука. О, место, это место благодати? Холм. Подобрать. Семечко! Оно там для чего-то нужно было, это семечко. Что-то там улучшить можно было с помощью него. Фляги, кажется. Куда ты назад пятишься? Он назад такой пошел. Ебать, он меня дыханием, блядь, просто снес. После сильного удара долгий стан идет. Ну все, и назад попятился. Я его могу, по идее, в дальнем бою вот так вот, если бы у меня стрелы были, я бы его так захуячил бы. Нахуй, не-не-не-не-не-не-не-не. Отмена, блядь, отбой, отбой. Откат, откат, блядь, назад. Ctrl-Z, блядь. Ctrl-Z.
Ладно, побежали. Ну я тупо его пробежал, хорошо. Блять. Просто воздухом плюнул в меня. Ну хорошо, я куда-то прибежал. Я вообще должен был сюда прибегать или не должен был? Какое-то зернышко там. Вот зернышко для чего-то оно надо. И чё? А чё? А чё за хуйня? Почему я не могу, блядь? В это самое. Так, мне что-то на карте новое показали? Мне кажется, я никуда не туда бегу, блядь. Ладно, вот хорошо. Мы, допустим, прошли вот этот сверху, вот эту хуйню. Так, а это я руны собираю или чё? Нет, как там? А, инвентарь. Да, руны 194. Да что-то мне дали. То есть я все руны теряю, если я умираю, да, получается? Есть смысл вот этих пылесосить сейчас, этих, блядь, кабанов-то? О, ну-ка. А, это просто череп светится. Ну, тут стадо кабанов. Блять, меня сейчас кабан снесет-то. Это, я так понимаю, фармить просто можно их, да? Если какие-то ресурсы нужны, то их можно фармить. Ладно, мы этим заниматься не будем. Там что-то светится, ну-ка. А там босс, наверное, там какая-то площадка просто, видимо, для босса. Специальная. Сейчас изучим. Изучим. Да, блядь, ну... Ой, так, а, стоп, волки, это уже опасно, блядь. Волки мне уже не надо. Блядь, сейчас меня уебет этот кабан. Блядь, ну волки, это, блядь, нахуй надо. Нахуй надо, блядь. Он уворачивается сразу. Так вот. Я уже много хп потерял. Я вообще сюда хотел дойти. Блять. Так. Ну я сюда пришел и чё? И ничего. Да, блять, ну волк-то откуда? Так, ладно, контратакой. Давайте вот сюда сходим. Босс, лестница какой-то или нет? Вот что вот это за хуйня лежит, блядь? Висит. Светится. Чё? А, весы. Вон. Непонятно. А вот это? Это мне что-то говорили, какая-то статуя, блядь. Это босс? Блядь. И чё? И он развалился на шарике. Обломок руин. Чисто мячик для пинг-понга, блядь. Для этого, для боулинга, точнее. И там кто-то ебёт же. Там кто-то ебёт, походу. Я так понимаю. Тут кто-то ебёт, да? Блядь, ну... Ну чё, ну... Так, послание давайте вначале. Вредительный враг. Впереди это где? Ну, мне кажется, ну тут по-любому же босса надо вызвать. Войти? Нет, давайте. Мне кажется, я там сдохну нахуй. Какое, блядь, узилище. Ну я ж выйти смогу потом, да? Я оттуда выйти смогу потом? А, ну блядь, ну я пон. Сейчас босс будет, блядь. Ну и пош... Блядь, ну все, это да, это смерть. Смерть наступила прямо здесь. А выйти я могу? Выйти нахуй. Блядь. Банка? Ну все, ну у меня последняя банка. Да, он очень жирный. Это не для меня пока. Это не для меня удовольствие пока. Так, ну его вызывать, ладно, не будем. Надо прокачаться вначале. А, ну я, получается, опять тут... Сохраняю, ну, сохранялки.
Сохранялки, получается. Начинаем. Вот, ну, он, блядь, туда меня ведет. Но это зачем мне? Это зачем мне? Давайте хотя бы на вот этих попробуем покачаться. Смотрим, что это такое. Так, первый пошел. Может, их можно зачистить и как бы и все? О! Ну-ка. Что дадут? Ну? Карта! Во! Это мне надо. Это мне надо. Так. Он меня заметил? У него какие-то бабочки летают. Я могу так от него убежать? Оп. А, ну их там двое. А, он его резнет, что ли? Или просто посмотрит и уйдет? Угу. Сразу же нахуй пиздюлин мне навешал. Блять, ну, сука. Просто три удара. Япон. Он вызвал просто всех. И все. Ебать. Ладно. Ну хорошо, мы умерли там, нас туда ведет. Если мы опять туда попробуем пробежать. Просто. И все, ну и как бы, ну... А стоп, или нас не туда ведет, я не понял. Нас туда ведет или не туда ведет? Вроде сюда? Ну, вроде туда. Ну, давайте получу, пойдем. Пока что я нихуя не понимаю. Какое-то зернышко... Да, сука. Стрелы, оп, да, блядь. Блядь. Так, бежим. Вот так вот, раз. Так вот раз, туда. Просто прыжками вот такими, хуяк. Ну вот он вызывает, да, блядь, этих очень много противников сразу. Ну вот сейчас я, мне кажется, правильно сделал, вот так вот, когда я проскакал. Надо искать вот эту следующую сохранялку. Холм. Ну, давайте просто по дороге побежим, чё. Да блять. Я, наверное, правильно бегу. Во, оно светится. Оп. И все. Блять, ну не то нажимается. Ну, не нажимается, а я нажимаю. Да ну сука, ну нажми ты удар, тварь. Чё их так много-то стало? Ладно, у меня тут сохранялка близко уже. Просто один удар и все, блядь. Нахуй, блядь. Победа над группой врагов восполняет фляги. Тип количества наполняемых фляг зависит от врагов в группе. Ну и ладно. Пусть. Обыскать труп. А если я отдыхаю в этом месте, то что, это сохранялка или что? Я не понимаю. Типа, что дает этот отдых там мне, блядь? Вот и куда мне вот это все девать? Это вообще какая-то, блядь, это просто столько всяких предметов. Ангел, о, ангел. Ах, цветок. Все, кто был со мной, ради меня плыли за моря, ради меня сражались.
А в итоге у них отняли руки, отняли ноги, даже голову отняли и приделали к пауку. Интересный факт, если тебя прирастить к пауку, ты станешь куклой. Довольно забавно, если подумать. Сесть боком. Грам, замок грозовой завес, невероятно. Как в белой маске, и ты прям хочешь слиться с пауком воедино. Тогда мы с тобой два сапога пара, но мне не достает твоей отваги. Это, знаешь ли, странновато, когда тебе отрезают руки или ноги, или голову. Я хочу быть как все, но слишком испугана. Я трусиха только и всего. Блять, ну и что мне с этой инфой, блядь, делать? Пока что я не выкупаю немного эту игру. Вот прямо, ну, точнее, даже не немного, а достаточно-таки много не выкупаю. Вот у меня инвентарь, да? У меня рун... А, ну 220, я не все потерял. Или это я с волков-то столько получил. Уровень 9. Или я могу купить у той тетки-то что-то. А, кстати, можно же почитать. Что-то я затупил. Можно же инвентарь-то почитать. Ягоды вот все вот эти, что они дают. Материал для создания предметов. А, ну просто для создания. Растет во влажных зарослях. Ё-моё. Ключ. А, карта. Карта. А куда мне эту карту делать? Карта западная. Просто она вот есть и все, и дальше ничего не надо с ней делать. Так. Ну-ка. О! Она мне выдала. Меня заслушивает кого-нибудь храбрее меня, духи, хуя моё. С помощью колокольчика призыва духа и праха можно призывать различных духов. Призыв тратит ок. Одновременно можно призывать двух духов только одного вида. Всего в игре двух духов призывать нельзя. Где какие колокольчики, блядь? А, я хотел, кстати, восполнить. Там вот. Вот тут вот. Я хотел восполнить... Какие-то там семечки же. С помощью семечки я что-то мог там сделать, только забыл что. А вот, фляги. Стоп, а поговорить? Ну, хорошо, поговорил. Ты едва уловимый золотой ореол. Благодать дерева Эрт. Цвет, который некогда сиял в очах всех погасших. Говорят, теперь он твой единственный проводник. И ты видишь их, да? Вижу. В замке грозовой завесы, что на скале живет один из хозяев осколков. Полубог, унаследующий фрагмент разбитого кольца Элден. Если лучи благодати озарят замок, что-то там, договорились, я буду помогать тебе. Так, ё-моё, кольцо. Фляги вот я могу. Увеличь количество фляг, да. Да, да, увеличим, конечно, увеличим. И что я теперь могу? Фляги. Распределить фляги. А, все, теперь у меня 5. Хорошо. Пять это замечательно. 5 это замечательно. Так, что на карте показывают? За могилье. А-а-а! Это я то, что карту собрал, у меня так вот теперь стало. Почему раньше этого было не видно? Все, я понял. То есть, вот луч идет как, а я где? То есть, я прошел тут, 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 тут. Ну и тут, типа, мне в замок надо. Только нахуя? Или мне надо в итоге куда-то там туда добраться? Только нахуя, я пока не понимаю. Лесная пещера. Я карту собрал, ну ладно, я теперь хоть что-то могу понимать. Там я был. Да, я иду. И чё, теперь мне обратно? А, мне теперь наверх, типа, надо. Если я тут пойду, то чё? Здесь нихуя нет, по-моему. Но мир красивый, прикольный. Ну, давайте пойдем получу. Чё нам? Чё нам? Ну а чё нам? Мы ж ничего не теряем. Блять, 220 рун, нахуй, это вообще
копейки какие-то. Они хилятся, что ли? Так. 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 Правым бочком к нему раз. Так, мы вот так все зарубили. Зарубили. Ну и нихуя мне это не дало. Ладно. Так, а это что? А, это он. Осторожно, лучник. Ок. Ну, по дорожке побежим, что нам. Не будем отступать от пути. Чего? What is this? Чтобы добавить новый навык в свое оружие, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом войны в местах благодати. У оружия может быть только один навык, прежний навык будет удален. Набор навыков оружия зависит от его вида. Некоторые виды оружия имеют особый неизменяемый набор навыков. Чтобы изменить свойства своего оружия, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом войны в местах благодати. Вы можете изменить вид атаки оружия, усилить бонус от характеристик. Свойства оружия зависят от его вида, свойства особого оружия с неизменяемым набором навыков менять невозможно. Блять, блять, ну упрыгать, 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 блять. Мне, пожалуйста, вместо благодати можно? Где там? А чё, R? Не работает? А, ну этого-то я зарублю. Одного. Так, вот так. Оп. Ладно. Так. Хорошо, место благодати. Я думаю, я скоро дойду до еще одного. Тут какой-то замок. Нихуя себе. Блять. Ну пей! Пей банку-то, ну тварь! Тварь! Ладно, давайте это попробуем оружие апнуть. Место. Пароль для группы. Так, ну давайте попробуем оружие апнуть. Чары и молитвы, вот это? Или я это выронил, блядь, типа? Я не понимаю. Каких места... А, или это у кузнеца надо? Где эта штука-то? Вот-вот она. А, это призыв. Стоп. Нет. Блядь. Сука. Как его обратно-то сделать? Эта штука. Эта штука. Эта штука. Нет. Оружие. Это? Дикие удары. Блять, я не понимаю, как это сделать. Так, а если я сделаю... Повысить уровень... Тратить руны, чтобы получать характеристики. А, то есть если я накопил 800 рун, которые я сейчас потерял как раз. Ваш уровень повысится на единицу. Чем выше уровень, тем больше рун потребуется. Что? Хотя бы одну характеристику. А, все, я понял. Я повышаю и типа могу нажать подтвердить. Интеллект. А я могу его понизить вообще? Сила, это чё? Ну, я так понимаю, мне нужна сила, так как я милик. Жизненная сила. У меня не хватает рун. Сейчас надо подобрать эти руны. Там.
Там, где их выронил. Ну, на лошадке-то удобно скакать, кстати. Я тут их выронил. Как понять, сколько мне рун дали? А, вон оно, 524. То есть, если я сейчас зарублю этих чуваков, то я могу попробовать апнуться. Посмотреть, что это такое. Чтобы руны потратить уже. Ух ты ж, ебать. Так, руна раз. Блять, потерял хп. Так, два. Блять, ну серьезно? А, они убили меня! Мне лошадь! Блять, ну не еби, ну не еби! Ну не еби! Че так ебут? Они еще и лошадь убили. Бля. Блять. Парирование можно. Контрол одновременно с атакой противника. То есть все, я получается лошадь раз и все, и сдохла. А нет, если я возрождаюсь, то она ресается. Вон. И, то есть я могу возродиться и реснуть ее. Ну так давайте убьем-то этих, что-то я, они же, я их тогда завалил на лошади. То есть я здесь, получается, если я собираю, то я все руны подберу. Нет? Да блять. Ну подбери-то, тварь, ну сука. Ну подбери. Спасибо. Он блокирует тоже. Блять, блять, блять! А встать, а встать, а встать! Так, вот раз. Погнали, блять. Да нихуя, блять. Нихуй... Да, давайте лучника завалим. Так, ладно, поодиночке их будем рубить. Я просто руны хочу пофармить. Чтобы нафармить тебе на уровень. Блять. Прыгай. Этого. Он жирный. Ебать, он жирный-то. Так, оп. А, все, я их зарубил. Ладно. Во, 828 рун. Арбалет, ебать. А сколько у меня стрел? Может, я того этого в дальнем бою смогу завалить рано или поздно? Во, я хотел попробовать апнуться. Что будет, если я апнусь? Так, это что надо отозвать? Это надо перебиндить. Что-то неудобно вообще нихуя. Так, хорошо. Вот я могу повысить уровень. А могу понизить уровень. Очки здоровья. А, вот мне показывают, за что это отвечает. Стойкость, выносливость. Оружие справа. А сила — это сила удара, я так понимаю. Давайте силу повысим. Подтвердить. Ну давайте повысим, да. Вера. Хуера. То есть я могу себе нафармить, а следующий уровень сколько стоит? ...829. Не так много. Ага. Вон. Ладно, то есть я пока фармить не буду. А как мне изучить чары, нет? Уйти. Блять. Нет. Как-то там... Где вот этот кузнец-то ебучий? Где кузнец? Кузнец где? Ладно, давайте пойдем по... Так, как нас ведут. Поэтому. Похуй. Так, у меня сейчас получается сколько? 17 рун? На них вообще насрать. На них насрать тогда. Или мне надо раскачаться тогда и идти дальше. Я не знаю, ну что-то не хочется фармить-то в этой игре.
Не знаю, я вообще что-то, мне кажется, прохожу как этот. Нихуя не понимаю. То есть, если я умираю, я только теряю руны, которые я нафармил, правильно? То есть, надо, по сути, пытаться избавляться от этих рун. Еще я не понимаю, как я оружие могу прокачивать. Там мне сказали, типа, возьмите лук в обе руки и зажмите, чтобы начать целиться. Корректируйте выстрел первым типом стрел, выстрел вторым типом стрел, точное прицеливание. Чтобы начать целиться, правой кнопкой... А, ну это надо выбрать вначале рук, а потом целиться. Лук, точнее. Ну, блядь. Давайте в обход. В обход сбегаем. Так, ну я забежал. А, все, здесь подземелье. Получается. Так. Так. Ладно. Мы до подземелья дошли до какого-то. Чё пишут? Нечто потрясающее сейчас не помешает. Ну ладно, ок. Блять, да уебись ты, сука! Надписи ёбаные. Угу. Ладно. Много хп теряю на всяком говне. А вот это я могу использовать? Это только они могут использовать, да? Так. Тут что? Порт неожиданно, ну действительно. Ладно. Пошлите дальше туда внутрь. Может быть там что мне покажут. Здесь нигде не было этих сохранялок рядом. То есть тут надо бежать до этих сохранялок, я так понимаю. Или вот она сохранялка. А вот она сохранялка. Давайте отдохнем. Фляги восполним. ХП восполним. Фляги восполним, да? А вот поговорим. Действие далее. Я всего лишь ищу предназначение. Некто дровное мне моей матерью дерево Эрт. Причину, по которой осажённая бесследная все еще жива. Мне следует извиниться перед тобой. Я пыталась заменить служанку пальцев, но советом помочь не могу. Я не служанка, мое предназначение утеряно давным-давно. Ну и хуй с тобой. Утеряно так утеряно. Ладно. Так, закрыть, закрыть. Чё пишут? Блять, да... Уйти. Все медленно такое, блять. Может это и... Блять. Впереди сильный враг. Ну, я сохранился. Нормально. О! Призвать? Да призовем, окей. О, помощник, он же все агрить будет, да? Призыв помочь. А, это я по сети типа призываю. Чародей Роджер. Блять, ну погнали. Ну погнали, блять, с помощником. А, я снова дошел до сюда, кажется, да. А, нет. Блять, пока что я не понимаю ничего. Мерзкая погасшая душа. Что ищет кольцо Элден. Подгоняемое пламенем тщеславия. Хуяк. Муяк. Вот это сильный враг, блядь. Ну и не, я ж его не... Я ж его не уебу. Вы чё, блядь, ребята? Мне кажется, я куда-то, блядь, не туда ушел. Маргит ужасный. Блять, ну... Я его не выиграю, вы чё? Ага. Да он мне ебёт пол хп сразу. А я могу туда убежать просто от него, блять? Нахуй туда. Раз, раз. Оп, оп. Оп. И уйти. Нет, не могу. Нихуя не могу. А,
А, Роджер же, блядь, ёбаный рот. У меня же есть Роджер. Так он сейчас его отвлечет. Блядь, ну Роджера тоже ебут так же, как... Не хуже, чем меня. Оп. Блядь, ну Роджер его нормально так... А почему ХП не теряется у него? Чё-то такое. А я могу... Ну, Роджер его так подъёбывает чутка. Так, ладно. Пол ХП сняли с помощью Роджера. Блять, ну Роджера все. Роджер офнулся. Меня просто туда. Ладно, Роджер это хорошая тема. Я что-то его не выкупил. Мне кажется, с Роджером я все. С Роджером я справлюсь. Если Роджер мне поможет. Давайте попробуем. Ну, если нет, то уже тогда на следующем стриме буду пробовать раскачаться. Буду пробовать раскачаться тогда уже на следующем стриме и убивать его через. Через раскачку, потому что тут я, мне кажется, я слишком рано сюда пришел. Я еще не раскачался, а уже сюда пришел. Хотя должен был раскачаться вначале. Так, давайте руны соберем. Давай, еби. А я могу с арбалета же его? О, пока Роджер его ебет, я его с арбалета за... А как? Ладно, пока не понимаю как. Я второй удар зря. Зря делаю второй. Да, сука, он сейчас меня вместе с ним. Надо отхилиться, блядь. Да, блядь, хули там отхилился, блядь, проверяй. Ну, блядь, Роджер его неплохо. Так, сейчас я попробую с арбалета пострелять. Вначале. Сейчас посмотрим, что такое арбалет вообще. Роджера наманим на него. А где? А как его? А как? А как арбалет выбрать? Ну-ка, инвентарь. Тут? Не тут. Тут? Оружие-то где? А! Оставить. А это что? Стоп, так это ж я изучил уже. В смысле изучить. Так, это вся инфа, которая... Все, я могу это восстановить, свои знания, блядь, которые у меня есть. Все, я понял. Так, хорошо. Сменить вид, прокрутить, сортировать, простой вид, справка. А где мои пушки-то? Во! Как его выбрать? И теперь он что, у меня в рюкзаке? Что-то не... Стоп, не выкупаю, блядь, погодите. Еще раз. Арбалет, блядь. Что подобрать? Тяжелый арбалет. Так я же нажал его оставить. В смысле? А оставить, в смысле выкинуть, типа? Так а как его взять-то, этот арбалет? Икс. Вот так. Выбрал и... Сортировать? Нет. Нет. Назад. Справка. Режим отображения.
И чё, сейчас он у меня? Нет? Как мне выбрать-то его, блядь? Не понимаю. Как мне его? Или мне его надо куда-то перенести, блядь, ВИЧ? Блядь, нихуя не выкупаю. Гуглить, что ли? Не, так не хотелось мне гуглить. Ладно, давайте Роджера вызовем, попробуем двуручкой завалить вот этого. Пока не понимаю, как арбалет использовать, блядь. Нихуя, я не выкупаю. То есть он у меня в инвентаре, а как его взять-то? Чё, призвался, Роджер? Роджер. Роджер, Роджер. Так, ну давайте на Роджера агрим вначале. И потом вот этой секирой его попробуем уебать. Роджер, давай. Давай, давай, помогай. Блять! Роджер, еби, еби. Сейчас со спины, со спины. Ага, блять, со спины. Но он Роджера все высаживает, блядь. А секира нихуя не сильнее меча. Секира нихуя не сильнее меча. Ой-ой-ой, давай меня лучше, да-да-да. А Роджер его поебет. Так, ладно. Так, тогда изучаем его удары. Хорошо, вот он стоит. Он в меня кидать пошел. Кидать, кидать, кидать пошел. Хуяк, сильный удар. Вот так, ага. И все, он станет меня, я увернуться не могу. И опять кидать. Сейчас... Нет, нет, я это, он этот мне пока не по силам вообще. То есть я ему максимум пол хп могу снять. Надо разобраться, как юзать этот арбалет. И еще надо разобраться, как вообще пользоваться оружием, блядь. Как пользоваться оружием. Так. Так вот. Если я беру в две руки, то это что мне дает? Сильнее удары, типа? Давайте еще раз попробуем, что я ж ничего не теряю. Последний раз, и все, и я буду это. Буду завершать. А, я могу осмотреть. Хорошо. Все, давайте вот попробуем сейчас двуручной пушкой его завалить еще раз мечом. И все. И потом уже буду тогда гуглить, как этот. Как арбалет использовать. Ну, мне сразу же нахуй снес. Он отпрыгивает. Но мне надо и к нему за спину, за спину. Отпрыгнул. Роджер, еби. Роджер, еби. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, хорошо. А его можно в яму-то свалить? Да-да-да, давай в яму, в яму, в яму. Падай, блядь, лох. Давай, лохозавр, блядь, в яму, сука. В яму, а, он не может в яму упасть. Это я только могу в яму упасть. Роджер, еби. Так. Да, блядь, ну слишком удары эти. Ой, его надо ебать сейчас. Ну слушайте, половина хп уже готова. Блять. Сейчас у меня половина хп будет готова. Ну, еще охилимся.
Да, блядь, я не попадаю. Надо тайминги, тайминги ловить. Ой, лагает. Ну, у меня уже половины банок нет даже, тупо. Так, ну ладно, Роджер офнулся. Ладно, у меня последняя... Не, это хуйня. Ну, чуть больше половины хп я ему снимаю. Мне кажется, мне надо просто хотя бы пушки прокачать, потому что я не знаю, ну, типа, мне тупо даже урона не хватает. А потом все, ну, либо тайминги ловить. Либо сейчас попробуем еще тайминги тогда запомнить. Вот последнее, что мы сделаем на этом стриме, это тайминги запомним. Я не понимаю, я с двух рук-то бью сильнее или слабее, чем с щитом? Что-то вот этого я не выкупейшн прям происходит у меня. Не выкупейшн. Ну и я босса свалить, понятно, не могу туда вниз. Не выкупейшн, полнейшн. Ну, блядь! Я упрыгал же! Он мне сразу же нахуй пол хп выебал. Ну, давай в яму прыгни, а, ну. Так, наткнули. И выебали. И все, я больше урона не могу. Оп, отпрыгнули. А, все, я понял. На. И он так, такой долгий замах делает в меня, а потом... И вот в этот момент надо уворачиваться, если бы я банку не пил. Хорошо. Так, ладно. Он делает в меня долгий замах, а потом я... А чё ты не натыкаешь-то его, блядь? Да, блядь! О, почему я только падаю вниз? Почему он не падает? Я не понимаю. Я не понимаю. Он делает долгий замах, я вроде уворачиваюсь. Нихуя, блядь. То ли у меня маны уже в этот момент нет, то ли чё. Какой-то пиздец, блядь. Так. Мне кажется, я что-то не то делаю. Надо либо прокачаться, либо... Либо, блядь, что-то другое. Пробовать какую-нибудь тактику там. Помощник еще долго призывается. Или мне, может, лучше не брать, блядь. Вот лучше так. И просто его мечом быстрыми ударами рубить. А то он как-то медленно слишком. И замах, и... У ворот. Вот так, ага. И теперь удар сильный. Когда он мочит моего Роджера, я ебу его сзади. И все, и он... Оп, у ворот, у ворот. Роджер его ебет. У ворот, оп. А, в Роджера ебать. Так, сейчас. С прыжка раз. Отпрыгнул. Теперь в меня пошел. Или в Роджера. В меня. Так, теперь сильного удара его сзади. Раз. У ворот. Нихуя. Да, блядь, ну не еби. Даже банка не успевает юзнуться. Вот когда его Роджер вот так вот станет, его надо сзади накалывать. Он много хп теряет. Ну ладно, это уже в следующий раз. Пока что слишком сложно. Ну ладно, первое знакомство с игрой отрезвило и показало мне, что... Первое знакомство с игрой показало мне, что нихуя, блядь, не работает тут так. А, кстати, сохраняться-то как, я не знаю. Что тут надо как-то аккуратно все играть. И пока я боевку не выкупаю, то есть там идет какой-то мощный удар... Но он такой с задержкой. Я пытаюсь от него увернуться, уворачиваюсь рано. А потом он его наносит, и это. Но Elden Ring... Так, мир поизучать прикольно, но пока что я еще не привык. В следующий раз будем продолжать, посмотрим, что из этого выйдет. Это был канал Wellnest. Все.